Здравствуйте. Здравствуйте. Продукты померим. Правила безопасности на избирательном участке одинаковые для всех. Игроки футбольного клуба «Торпедо Владимир» проходят стандартную процедуру. У игроков и тренеров измерили температуру, руки обработали антисептиком, выдали одноразовые перчатки и ручку. Решили, что мы все должны все вместе проголосовать единовременно. Не дома, как сейчас предусматривают это. Законодательство разрешено онлайн это сделать, а именно непосредственно участвовать в этом. В первую очередь это сохранение наших традиционных мамы и папа. Никаких родителей номер один, родитель номер два. Это я в первую очередь считаю самым главным. У каждого свои причины прийти на избирательный участок и проголосовать. Среди поправок к главному документу страны тренер «Торпедо» Дмитрий Везьмекин особо выделяет бережное отношение к животным и объясняет, почему футболисты решили проголосовать не как обычно, а всей командой. Команда – это коллектив. Мы выходим на поле вместе, тренируемся вместе. Соответственно, то, что вне поля, мы стараемся тоже делать. Как бы сообща. Поэтому мы всем коллективом дружно приехали сюда на участок. До этого мы получили открепительное на этот участок. Опять же, чтобы все вместе приехать и проголосовать. Проголосовать по поправкам Александр Акимов считает долгом каждого гражданина. По словам директора футбольного клуба, важно, что спортсмены пришли поддержать государство именно в такой день. Не надо сидеть на диване, надо вставать и идти. Мы хотим вот этим совместным походом показать, что наши голоса важны. Мы участники процесса, мы участники страны, поэтому не хотим быть равнодушными, не хотим быть в стороне. После голосования футболисты «Торпедо Владимир» на автобусе отправились на тренировочную базу. Подготовку к новому сезону никто не отменял. Борис Пучков и Олег Маньков, «Губерния-33».